Продолжаем выпуск с сводкой происшествий. Конец осени – пожароопасный период. Особое внимание отопительному оборудованию. По статистике, дома горят из-за неисправных печей, обогревателей и котлов. На что необходимо обратить внимание, а также о пожарной обстановке округа, старший дознаватель отдела надзорной деятельности Олег Хромов. За прошедшую неделю в городском округе Клин зарегистрировано 6 пожаров. Из них 2 пожара мусора, 3 пожара автотранспортных средств и 1 пожар частного жилого дома. Погибших и пострадавших при пожаре нет. В связи с наступлением пожароопасного периода отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Клин просит всех жителей нашего округа уделить особое внимание при пользовании электроприборами и отопительными приборами в своих частных жилищах. И в случае того, если вы стали свидетелями пожара или какой-то другой чрезвычайной ситуации, сразу же незамедлительно сообщайте экстренным службам по телефону 112.